день, наши дорогие друзья и уважаемые гости! Сегодня в нашем Доме музыки, самом веселом, самом творческом месте нашего города, замечательное событие – посвящение первоклассников в юные музыканты. Это их первый серьезный такой экзамен. Конечно, они не будут выходить на сцену, мы решили сделать для них праздник. Но какие-то знания они должны будут все-таки продемонстрировать. И я думаю, папа и мама порадуются вместе с ними. У нас в нашем здании самая замечательная обычная музыкальная семья. Папа, мама, обычные музыкальные дети. Это дочка Даша, сыночек, малыш. Они тоже очень талантливы и очень музыкальны. Сегодня Даша у нас готовится к концерту. И поэтому она переживает. Давайте послушаем ее, и вы ей потом выступаете. Эти пять линеек. Нотный знак.
забыл. Ну вот, дело сделано. Давай быстрее пиши и полетели. Нет, мама говорила, что для начала нужен какой-то ключ. Зря я с тобой связался. Ребята, что бы ты без меня делал? На вот, выбирай любой. Но эти ключи не подходят. Тут нужен особый музыкальный ключ. Ну ты противный, зря я с тобой связался. Ребята, подскажите малышу, как называется этот ключ и что нужно сделать. Скрипичный ключ. Ура, дело сделано. Подожди, их нужно записать. Ребят, помогите, пожалуйста. Я вообще не понимаю. Какой-то ключ, какие-то ноты. Я так хочу стать музыкантом. Поможете? Да. Говорила мама, что нужен ключ. Что это за ключ? Скрипичный. Ну, поможете мне его написать? Какой это ключ? Кто знает? Бастон. Ну вот, иди сюда. Что это? Какой ключ? Молодец. Садись. А что нужно написать дальше? Какая нота? Первая. До. Вот иди ты. Даже крыша
конечно, безумно люблю, обожаю. Вы знаете, они, конечно, бывают и очень шумными иногда, и непослушными, но они такие забавные. Вы даже не переживайте, в моих руках они становятся просто шелковыми. Малыш, я, пожалуй, пойду, а ты продолжай играть. Скажите, а вы музыку любите? Обожаю. Музыка – это великое искусство. Когда я слышу музыку, я забываю о других звуках. Вот и сейчас я слышу в вашем доме какие-то звуки. Что за безобразие? Малыш, малыш, мальчик, что же ты делаешь? Мама, наконец-то ты пришла. Мы так весело играли с Карлсоном. Я сейчас вас познакомлю. Он мне очень помог и многому меня научил. Мой хороший, ты потом меня познакомишь со своим Карлсоном. Я хочу тебе представить новую учительницу музыки. Фрекин Боб. Познакомься. Вот она-то действительно тебе многое расскажет. И многому тебя научит. Я очень тороплюсь на концерт. Прошу прощения. Я думаю, вы подружитесь. Мой хороший, слушай Фрекин Боб. Ой, я очень волнуюсь. Если что, звони. Со мной все будет хорошо. Какой чудесный малыш. А вы мне расскажете о встрече с настоящими музыкантами? Конечно. У меня столько впечатлений и воспоминаний. Вот помню, как-то встретила я дуэт двух гитаристов. Позвольте, как же? Да, Ева Касаткина и Ольга Викторовна Уварова. О, как божественно звучала гитара! А бразильский танец Сен-Шанель. All right.
дальше. А почему ты бездельничаешь? Вот тебе учебник сольфеджио. Учи правила. Я приду и все пропью. Ой, ну ты так меня утомил. У меня так разболелась голова. Я, пожалуй, пойду умузицирую. А ты учи. Ну как же я все это выучу? Thank you.
голова на месте, но в голове постоянно что-то звучит. Ребенок, я надеюсь, ты уже хоть что-то выучил. Я проверю. Иди, иди, ученик. Пора звонить вам. Алло, алло, это Муз-ТВ? Здравствуйте, приезжайте. В нашем доме живет музыка. Да-да, именно живет. Скорее приезжайте. Да, да-да-да, ждем вас. Да, до свидания. Русская народная песня «Комара женить мы будем» исполняет детский образцовый самодеятельный ансамбль русской песни «Переслава». Руководитель Концуева Марина Вячеславовна. Концертмейстер Кушинов Борис Яковлевич. Очень хорошо.
Пойдем, обед, готовь, ложка. Ребята, что это за песня? Что это за песня? Так давайте мы ее сейчас и споем. Отлично, поем все вместе, всем залом. Родителей вам нужны? Пять, хватит. Пять только без родителей обойдется? Ну, конечно, без родителей.
Ну вы же меня нанимали, прямо боюсь сказать, что... Сейчас я проверю, как вы интонируете. Как вы поете. Как вы играете на музыкальных инструментах, ну вот флейту. Ну, пожалуй, вот эти девочки, самые первые, такой. Барабан бубен. Вы хоть знаете, что это за музыкальные инструменты? А какие у вас музыкальные инструменты? Вот это какой вам дали инструмент? Треугольник. А вот это? Бубен. Бубен, а у тебя? Флейта. Мои хорошие инструменты-то все знают, а у вас еще крекер-лёг сомневалась. И до сих пор сомневаюсь, пожалуйста. Ой, ну вот вы сейчас услышите наших детей. Юными, маленькими. Юными. Несмышленными. Но зато музыкантами.
Ой, какая... Но очень сомневаюсь. Слушаем внимательно. Так, где у меня там ребенок? Ты выучил правила? Ты выучил правила. На четвертой снизу строчке запятая и две точки. Кто знает, ребята, что это такое? А кто это так научил, интересно? Учительница. Только этот нотный знак говорит всем нотам так. Марш все вниз на полутон. Те слова для нот закон. Бека. Вниз на полутон и звон. Лилите нот. Молодцы, правильно, правильно. И друзья, ладно, ну хватит, подождите. Не перебивайте меня. Эй, друзья, ребята, нотки, я подброшу вам работки. Вверх бегом на полутон, ноток приглашает он. Смотрит, кто куда залез, это нотный знак. Молодцы! Молодцы, я вас попрошу, не подсказывать. Уже, говорят, опытный. Вот сидят девчонки, черные глазенки, будто на скамеечках, на пяти линейках. Вот легко для вас, это очень легко так сейчас. Вот это вы точно не угадаете. Ну точно. Сон и отдых позабыты, песню пишет. Композитор! Молодцы! Нет, все, еще. Музыканту знать это надо. Основная ступень лада. Пьяный. Гасаря, как называется основная ступень лады? Правильно, кто выпилил? Не голову, не молодцы какие. Вот, молодцы. Ой, ну все, последнее. Все, ребята, последнее. И за дипломами. Все герои спектакля на сцене танцуют, не поют, не играют и не рисуют. Прекраснее спектакля в театрах нет. А называется он просто... А вы еще помедленнее прочитайте. Я слышала правильный, конечно, вариант. Был правильный, был. Ребята, еще раз послушайте. Все герои спектакля на сцене танцуют. Оркестранты танцуют. Танцуют! Не поют, не играют, не рисуют. Прекрасный спектакль в театре. Так, уважаемые друзья, что вы мне будете вручать какие-то там конечные подарки? Посмотрите, какие они у нас умные. Какие они талантливые, музыкальные. Они уже подружились с нотками, они уже знают теоретическую. Ну, знаю. Я, конечно, вам, ребята... Завидую очень. Вы еще познакомитесь с Фрейкенбок поближе. Но я так рада, что вы не подвели нас, что вы так замечательно все ответили. И я думаю, что вы действительно можете называться юными музыкантами. Дарите музыку друг другу, чтобы каждый день и каждый час у вас в сердцах звучало чудо. И это чудо и у нас. Вы наше чудо, дорогие наши девки. Поэтому я с огромным удовольствием хочу пригласить к нам сюда директора нашей детской школы искусств Валентину Борисовну и завуча нашей школы замечательной Татьяну Николаевну. А вы приготовьте свои хорошие для получения настоящих дипломов юных музыкантов. В мире музыка. Лазоревая даль, трава под окнами, ближайшая береза. И даже черно-белый кот, как маленький рояль, ждет маленького виртуоза. Но если кот уйдет, и высохнет трава, и дерево поймет, что даль тяжка и мглиста, умрет ли музыка? Она всегда жива, она слышна без пианиста. Преподаватели нашей школы, администрация очень хочет, чтобы музыка звучала не только на инструментах, на которых вы играете и поете, чтобы она звучала в ваших душах. Это наша основная задача, потому что без красоты в душе не может эмоционально развиваться нормальный человек.
дети, которые учатся у нас в школе, это самые лучшие дети, потому что у них душа настроена на лирический лад, потому что они тонко чувствуют не только музыку, они тонко чувствуют и живопись, они тонко чувствуют и поэзию, и литературу. Поэтому приглашаем вас всех в нашу музыкальную семью и рады, что вы будете с нами 8 лет. Да, 4. Сейчас мы будем называть фамилии детей, которых будем награждать. Мы просьба такая, чтобы все выстроились, и я сделала общую фотографию. Потому что нам получаете денежку. И никуда не уходите. Да, встаете на цифры. Хорошо? Дорогие дети. Давайте сюда, сюда пройдем. Так, вот потом вас ближе к нашей замечательной музыкальной семье, нашим очаровательным малышу и Карлосу, к семейству, к уважаемым детям. Вот, посмотрите, какое восхищение дети вызвали, какие большие молодцы. И мы сейчас с Валентиной Борисовной будем вручать вам самые настоящие, замечательные ваши документы о том, что вы посвящены. Прошли уже солидный путь, практически 3/4 по миру музыки, и вы посвящаетесь юные музыканты. Это звучит торжественно. И мы, конечно, каждому из вас желаем всего самого наилучшего на вашем пути в музыке. Для того, чтобы каждая нота, каждый звук, каждая песня, каждая мелодия, которую вы исполняете, запала вам в сердце и была для вас самой-самой лучшей. Для того, чтобы вы проявили все свои самые наилучшие качества. И в учебе, и в исполнении, ну и, конечно, потом в написании музыки, а кто-то и в ее преподавании. Итак, мы начинаем. Диплом награждается Коробов Павел, юный музыкант детской школы искусств города Переславль-Залесского. На подходе награждается Кручинин Максим, юный музыкант детской школы искусств. Максим тут? Максим, иди сюда, пожалуйста. Так, награждается. И фотография с Карлосом. Да, да. Да. Давайте всем. Вот наверх. Вот Наталья. Кульбанская Анна. Анечка. Даже можем так. Михаян Инесса. Так, наши уважаемые пианисты пишут музыку. Пуховская Кира. Кирочка. Немного Таисия. Награждается Кириченко Полина, юный музыкант. Полечка. Награждается Финогенов Кирилл. Все, Кирилл, пожалуйста. Награждается Юлинов Ярослав. Награждается Яровицына Екатерина. Награждается Субботина Варвара. Награждается Чихачева Ева. Награждается Чупилка Даниил. Награждается Скрябина Ирина. Качкова Марианна, приглашаем Марианну сюда. Семенов Михаил. Николаевна Дерка. Песоцкая Зоя. Панфилова Мария. Машенька. Так, на подходе. Полокян Милана. Пальтян София. Чаева Амелия, Мансилова Виктория, Мимикин Павел, Максутина Слата, Кантуев Никита, Дуги Полина, Кулечка, так, Великанова Марьяна, Виктор Тимил, да. Барабашева Кристина, умница. Анисимова Дарья, Андреева Валерия, так,
Здравствуйте. Пожалуйста. Петровская Анастасия. Николаев Савелий. Так, идемте. Так, Савелий. Дежурочку. Великанова Маргарита. Барашкова Анна. Новорая Таисия. Бабушкина Анастасия. Бодрова Ева. Вавилова Ульяна. Пешатурова Милана. Корин Валерий. Мужчину-то поставили где-нибудь. Гусеева Диана. Давтяна Наид. Дракинская Тамара. Зефир София. Халята Амелия. Кликушина Юлиана. Кликушкина Александра. Да вот она. Кольцова Ирина. Так, сейчас мы поменяем. Определим японку правильно по адресату. Кольцова Ирина. Чернова София. Шарухин Матвей. Так, ну что ж, дорогие друзья, замечательно. Юные наши музыканты получили все свои самые важные документы сегодняшнего вечера и всего первого класса. А мы благодарим за участие в представлении подарков. Писать наши уважаемые музыканты сейчас будут ручкой великого Александра Невского с его именем. Благодарим уважаемого Александра Владимировича Рима за предоставление нам подарков. Уважаемый Александр Владимирович, пожалуйте к нам. Мы благодарим вас как исполнительного директора предприятия «Тмийское княжество». Уважаемый Александр Владимирович. Так, был в зале и вышел. Да, ладно. Тогда озвучим еще одного его коллегу, который помог нам. Председатель попечительского совета благотворительного общественного фонда помощи ветеранам и инвалидам силовых структур, Амафор Суворовский призыв, генерал-майор Черкасов Александр Владимирович. Вот так, Александр Владимирович младший, Александр Владимирович старший, да, благодарственные письма будут непосредственно тоже вручены, обеспечили подарки нашим уважаемым детям. Ну а теперь большая коллективная групповая фотография.